Еще раз напомним, как записаться на вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно несколькими способами. Через регистратуру своей медицинской организации, позвонив или придя лично, а также в онлайн-формате. Записаться в два клика можно через региональный портал электронной регистратуры new.2dr.ru. Та же функция доступна и на едином портале госуслуг. Правда, некоторые пользователи испытывали трудности. То портал перегружен, то путаница со схемой записи. Теперь на портале госуслуг запись на прививку осуществляется через заметный баннер. Записаться можно и в офисах МФЦ. Был некий переходный этап, когда на госуслугах записывались по старой схеме через запись на прием к врачу, однако с 1 февраля появился отдельный большой баннер на портале госуслуг, который позволяет записаться на вакцинацию. Также у нас можно записаться на вакцинацию через региональный ресурс здравоохранения 2dr.ru. Однако, если у кого-то возникают сложности, можно обратиться на сайт горячей линии МФЦ, где вам подробно расскажут и оказывают максимальное содействие, если у вас что-то не получилось. Помимо этого, можно обратиться в любом муниципальном образовании в МФЦ. Итак, офисы МФЦ тоже включились в работу в помощь медикам, ведущим прививочную кампанию. Подведем итог. Способы записи на прививку от COVID-19. Регистратура медучреждений, электронная регистратура, единый портал госуслуг, переход через баннер, офисы МФЦ.